Внимание! Пристегните ремни. Вас ждет путешествие во времени. Век номер 20. Наша версия. Год 1920. Бойл Рок. 79 лет назад на 8-м съезде Советов по инициативе Крыжановского решили электрифицировать всю страну и приняли специальный план Бойл Рок. Сегодня в каждом доме светится не одна лампочка Ильича. Женское образование. 79 лет назад Совет Оксфордского университета наконец позволил женщинам получать образование в стенах своего учебного заведения. А Кембридж, наоборот, отказал. Жанна д'Арк. 15 век. Орлеанскую деву, поднявшую народ Франции на защиту престола, англичане обвинили в ереси и сожгли на костре. 79 лет назад, после продолжительных дебатов, Ватикан канонизировал Жанну д'Арк. Финансовая афера. Финансовую пирамиду придумал далеко не Мавроди. 79 лет назад в США разоблачили Чарльза Понци, выманившего 10 миллионов долларов у 20 тысяч вкладчиков. Конечно, сулились астрономические доходы. Чулки. 79 лет назад у женщин появился новый предмет роскоши – шелковые чулки. Правда, тогда они были преимущественно телесного цвета, а сегодня цветовая гамма на любой вкус. Конкурс красоты. Популярнейший в наши дни конкурс «Красавец» впервые прошел всего 79 лет назад. Выбирали «Мисс Америка» в Атлантик-Сити. Сегодня конкурсов так много, что всех красоток и не упомнишь. Наша версия. Год 1920.